Всем привет, с вами Вингельм, и это еженедельный выпуск новостей PlayStation, в котором я обсуждаю все самые интересные инфоповоды, что так или иначе связаны с консолями от Sony. Ну и так как я не фанат длинных вступлений, давайте мы не будем растягивать сопли и сразу перейдем к чему-нибудь интересному. Западные СМИ заявляют о том, что консоли Xbox сейчас находятся на грани развала и запросто могут исчезнуть уже в ближайшие годы, потому что продажи приставок во многих регионах упали чуть ли не в ноль. Game Pass не демонстрирует тот рост, какой бы хотелось инвесторам, а продажи игрушек на самой консоли настолько малы, что некоторые издатели уже готовы отказываться от выпуска своих игр на зеленую коробку. У Xbox все настолько печально, что даже лидер игрового подразделения Фил Спенсер начал говорить о возможном превращении Xbox в обычный готовый ПК с открытой системой и сторонними лаунчерами, а также о том, что крупные эксклюзивы бокса будет гораздо проще окупить, если они будут выходить сразу на все игровые платформы. И да, конечно, все вышеозвученное не означает, что Xbox уже завтра из консоли превратится в какую-то тыкву, а все его игры моментально появятся на пятой PlayStation. Но тем не менее, стоит понимать, что процесс его загнивания уже пошел по полной программе. И это только вопрос времени, когда данная приставка окончательно крякнет и перестанет быть полноценной платформой. Разработчики игр не понимают, зачем нужна PlayStation 5 Pro, и заявляют, что многие из них еще даже не разобрались с обычной консолью. И если на рынке появится еще одно устройство, под которое придется делать игрушки, то оптимизация игр может превратиться в сущий кошмар, который в свою очередь выльется в адские кранчи и сомнительный результат. Однако, похоже, что Sony все равно на эту проблему, и в 2024 году они все-таки релизнут улучшенную версию 5 PlayStation. В сети уже гуляют слитые спецификации новой консольки, а каждый день появляются новые пруфы скорого релиза PlayStation 5 Pro. Хотите удобно и без лишних запар приобретать игры на PlayStation? Тогда магазинчик SmartPlay — это именно то, что вам нужно, ведь именно там самые выгодные цены среди крупных магазов, и там вы можете приобрести все хитовые новинки геймдева, начиная со второго Helldivers и заканчивая каким-нибудь Rise of the Ronin. Также помимо игрушек, там можно оформить себе PlayStation Plus Extra и другие подписки, причем сделать это как на украинский, так и на турецкий аккаунт. Что же касается работы самого сервиса, то все делается очень просто и быстро, а все покупки совершаются только на ваш личный аккаунт. Однако об этом вы можете почитать и сами в закрепленном посте магазина. А еще вы можете почитать более 1000 положительных отзывов и самостоятельно убедиться в добросовестности этого продавца. Руководители игровых компаний утверждают, что в ближайшие годы все крупные игроки игрового рынка будут акцентироваться только на проверенные и успешные франшизы, так как индустрия страдает от постковидного кризиса, а инвесторам нужны красивые цифры. Соответственно, от этого очень сильно пострадает разнообразие игр, а всякие индюхи средней руки вообще могут потерять какую-либо поддержку от крупных платформ типа бокса или PlayStation. В свежем обновлении PS5 обещают добавить подсказки от сообщества, которые сможет редактировать и дополнять абсолютно любой игрок с консоли PlayStation. Работать же новые подсказки будут по той же схеме, что и подсказки от разработчиков, только для них не нужен будет никакой PS Plus, и они будут доступны всем без исключения. В России представили новую игровую консоль под названием PlaySpace, которая должна стать аналогом Sony PlayStation и поднять российскую игровую индустрию на уровень мирового сообщества. Правда, после того, как в сеть утекли технические характеристики этого монстра, надежд на возвращение российского игропрома уже ни у кого не осталось, ибо там классические для трэш-отделов 2 ядра 2 гига. А если быть точнее, то 4 гигабайта оперативки и 64 гига внутренней памяти, чего ну явно не хватит ни на что, кроме индюх. Судя по всему, следующий проект от разработчиков Days Gone будет сервис дрочильней, ну или как минимум будет иметь в себе элементы внутриигрового доната. В Helldivers 2 официально анонсировали новую фракцию иллюминатов, которые могут появиться уже на следующей неделе после успешно выполненного приказа по захвату автоматонских планет. На пятой PlayStation вышел первый патч для второй Dragon's Dogma, в котором добавили возможность начинать новую игру без доната, а также разрешили включить лог на 30 FPS. Если все пойдет по плану, то 17 июля на консолях PlayStation появится Asphalt Legends Unite, новая игра во франшизе Asphalt и первая игра этой серии на крупных консолях.
Embracer Group продолжает продажу всех своих важных активов и теперь планирует слить еще и Gearbox Entertainment со всеми франшизами. CD Projekt Red наконец-то показала, на каких стадиях разработки сейчас находятся все их проекты, и все они находятся только на стадии проработки концепции, то есть до релиза их какой-то новой игры, как до Луны. Rise of the Ronin получилась настолько провальной, что в американских магазинах ее уже отдают со скидкой в 50%. Игра полностью провалилась в плане продаж и оказалась никому не нужной и неинтересной. Если верить инсайдерам, то Minecraft скоро получит нативную версию для пятой PlayStation, а также дополнительный VR-ный режим, полностью совместимый со вторым PlayStation VR-ом. Похоже, что сюжетка в шестой GTA будет продолжительностью всего лишь в 40 часов, а весь основной контент будет в мультиплеерной части проекта. Свен Винке заявил, что не планирует делать Divinity 3 или Baldur's Gate 4, и его новая игра будет новым, доселе неизвестным IP. Издательство 2K Games заявило, что продолжает разработку продолжения BioShock, и рано или поздно четвертая часть этой франшизы все-таки выйдет. Провалившаяся по всем фронтам игра про хищника внезапно сообщила о возобновлении контентной поддержки и о том, что в ближайшее время выйдет PlayStation 5 версия этого чуда. Благодаря свежим утечкам стало известно, что пятые Симсы точно станут мультиплеерным тайтлом и, скорее всего, условно-бесплатным. В грядущем Resident Evil 9 могут появиться элементы открытого мира, а сама игра обещает быть самой масштабной и самой амбициозной из всех резидентов. Шутер X-Defiant от Ubisoft, который должен был стать убийцей колды, попал в производственный ад и в принципе имеет хорошие такие шансы превратиться в очередной долгострой. Electronic Arts гордо заявила, что над новой частью Mass Effect работают ветераны оригинальной трилогии. И то, что по первым наброскам, игра получается просто бомбезной. На релизе в Stellar Blade не будет ни фоторежима, ни новой игры плюс, так как разработчики просто не успевают к релизу и слишком сильно сосредоточены на допиливании основного контента. После целой кучи скандалов, Toys for Bob все же снова сошлись с ребятами из Microsoft, и если верить слухам, то прямо сейчас они делают четвертого Spyro. Последний на данный момент Pathfinder с подзаголовком Wrath of the Righteous получил нативную версию для пятой PlayStation. Игра наконец-то получила нормальный фреймрейт и избавилась от проблем постгеновой версии. А теперь, по традиции этой рубрики, давайте перейдем к халяве, скидкам и обновлениям PS Plus, чего на этой неделе просто с избытком. Во-первых, вплоть до 1 апреля можно абсолютно бесплатно сыграть в неизгеновую версию знаменитого киберпанка и около 5 часов реального времени провести в виртуальном Найт-Сити. В игре будет доступен весь контент из оригинальной игры, а весь прогресс запросто перенесется в полную версию, если вы, конечно же, таковую все-таки купите. Во-вторых, на пятой PlayStation появилась многоожидаемая демка грядущего Stellar Blade, в которой накинули 1.5 часа геймплея и дают возможность ознакомиться со всеми ключевыми аспектами финальной игры. Как и с киберпанком, прогресс демо-версии перенесется в оригинальную игру, так что если вы будете покупать Stellar Blade, то можете начинать его прохождение прямо сейчас. В-третьих, в магазине PlayStation появилась новая бесплатная сессионка под названием Predecessor. Очередная полумертвая моба, где, играя третьего лица, надо фармить безмозглых крипов и разрушать вражеские базы. Тем, кому нечем заняться по жизни, может зайти. Но в целом проект очень спорный и банально скучный. Ну и в-четвертых, в Store появилась новая демка культовой индюхи Dredge. Симулятор рыбака, в котором, как бы это ни было странно, но нужно ловить и продавать рыбу. Правда, рыболовный процесс тут осложняется местным бэкграундом, ведь внутриигровое действо происходит в мире Лавкрафта, где полно всяких уродцев, а море просто кишит от агрессивно настроенной нечисти. Что же касается скидок, то на этой неделе появилась свежая весенняя распродажа, на которой можно очень выгодно урвать кучу игрушек. Например, там можно взять Jedi Survivor со скидкой в 55%, Наследие Хогвартса за половину цены, второй RDR с 70% скидоном, полное издание Киберпука с 25% дисконтом, Immortal Kombat 1 за половину от оригинального ценника.
Все вышеозвученные предложения провисят в сторе вплоть до 11 апреля, так что времени подумать и выбрать у вас просто предостаточно. Если что, полный список всех актуальных и интересных скидонов уже висит в моем телеграме. А еще в моем телеграме есть все самые свежие новости плойки и куча всяких приколюк для своих. Поэтому, если вы хотите быть в курсе всех актуальных событий игровой индустрии и заранее получать доступ к самым важным информам, то рекомендую зайти и подписаться. Ссылочка на телегу будет ниже под роликом. А теперь давайте немножко и про апдейты местных подписок. Во-первых, наконец-то стала известна апрельская раздача для PlayStation Plus Essential. И уже 2 апреля нам дадут сюжетный шутер Immortals of Avenum, экшн-стратегию Minecraft Legends и какой-то инди-платформер под названием Skull. Во-вторых, на этой неделе спалилась одна игра для PlayStation Plus према на месяц апрель, и похоже, что ей станет Star Wars Rebel Assault 2. Рельсовый шутер времен первой PlayStation и просто очередная халтурная поигрулька по вселенной ZV. В-третьих, подписчикам PlayStation Plus према стала доступна часовая версия As Dusk Falls, особого интерактивного фильма, который выглядит как работа студента, но тем не менее обладает довольно мощным и интересным сюжетом. Ну и в-четвертых, на этой неделе в подписку GTA Plus закинули ремастер первого RDR-а. Так что если вы пропустили возвращение этого вестерна и хотите пройти его с минимальными финансовыми затратами, то это именно то, что вам нужно. Подписка доступна на обеих консолях PlayStation, и подписаться на нее можно всего лишь за 70 лир.